Ты точно не хочешь, чтобы я пошла с тобой? Только не глуши мотор. Здравствуйте, Дэна дома? А ты кто? Я с ним вместе учусь. Дэна! Дэна! Что? Иди сюда. Глазам не верю. Привет. Я хочу тебе кое-что вручить. Это письмо. Как тебя зовут? Рой. Тот самый, которого ваш сын вчера чуть не задушил и который вмазал ему по носу. Издеваешься? Этот тщедушный сопляк изуродовал тебе лицо? Да, мама. Я пришел извиниться, мэм. Все в письме. Покажи-ка. Когда я вернусь в школу, мы с тобой поквитаемся. Это письмо должно нас помирить. Я не собираюсь с тобой мириться. Катись, слабак. Не читай. Отдай. Ни за что. Но я должна прочесть, что он написал. Не надо. Вдруг он тебе угрожает. Мама! Они оба странные, да? Это точно. Может, нам познакомиться? Это не смешно. Заводи машину. Отдай письмо. Ни за что!